Приветствую. Последние дни идет много разговоров о тотальной мобилизации. Что это такое с точки зрения закона? Как это изменит правила мобилизации? И как это повлияет на вашу жизнь? Об этом мы сегодня и поговорим. Итак, в первую очередь рассмотрим вопрос с точки зрения закона. Мы с вами знаем, что есть закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, и там есть, по сути, два вида мобилизации. Загально и частково, то есть общая и частичная мобилизация. И на сегодняшний день в Украине еще с 24 февраля 2022 года в соответствии с указом президента запущена полная мобилизация. Вот эта загально общая мобилизация, которая предполагает не только там призыв отдельных лиц на воинскую службу, но и мобилизацию всей страны в целом, всех сфер экономики, всех сфер государственного управления, все. Что касается тотальной мобилизации, такого термина в действующем законодательстве просто нет. И когда люди говорят о тотальной мобилизации, да, мы видели, что в публичном пространстве идет речь о тотальной мобилизации. Здесь речь не идет о том, что теперь призывать будут всех, что не будет отсрочки у вас, что все отсрочки отменят. Нет, здесь речь идет скорее о таком фактическом моменте, что призывать будут всех. Всех, кто не имеет права на отсрочку, то есть со временем, в связи с проведением боевых действий, в связи с тем, что это затягивается. Да, мы-то с вами надеялись в свое время, что вот-вот, там через неделю-две война закончится, но она не заканчивается, она продолжается. Понятно, что идут потери, и понятно, эти потери нужно возмещать в личном составе ЗСУ, да, и, соответственно, идет речь о том, чтобы привлекать туда новых людей. Значит ли это, что в августе месяце уже там, либо в сентябре призовут всех? Конечно же нет. Конечно же это не значит по одной простой причине, по объективной причине. Призвав сегодня, например, всех мужчин, нам нужно что-то с ними делать. А что с ними делать? Большинство людей не имеют военной подготовки. А это значит, что их нужно направить на обучение. Вопрос, а существует ли у нас в Украине достаточное количество инструкторов, чтобы сейчас всех мужчин призывного возраста обучать? Конечно же, понятный ответ. Нет, такого количества инструкторов у нас нет. Следующий момент. Где разместить этих мужчин всех? Да, вот мы призвали в учебные центры. А где такое количество учебных центров? Их, естественно, нет. Ну и не может быть, в принципе, да? Чтобы всю страну, всех мужчин, там, от 18 до 60 лет, соответственно, разместить. Да, забрать из дому и разместить. Далее. Нужна форма. Есть у нас только формина? Ну, конечно же, нет. Ну, нет у нас формы, давайте признаем, на миллионы солдат. Ну, объективно ее нет. Оружие. Каждому солдату нужно выдать оружие, да, если мы его собираемся отправить в бой. А у нас есть только оружие? Конечно же, нет. И об этом, кстати, можно посмотреть. Да, те же публичные лица, тот же Арестович говорил, что у нас там вплоть до того, что не хватает автоматов даже, да. То есть призыва сейчас какого-то тотального, безусловно, не будет просто по объективным причинам. Потому что людей не во что одеть, не кому обучить, негде прокормить по большому счету и не во что одеть. Сейчас речь идет о тотальной мобилизации. Да? То есть если мы возьмем, вот как говорили, там 90% мужчин мы призовем. Это не может происходить одномоментно. То есть вы должны понимать, что то, что я говорю, не имею в виду в отношении тех лиц, которых сейчас призывают. Да? Поэтому мобилизация идет поэтапно, и вот по чуть-чуть призывают, и призывают в тех объемах, в которых государство может обучить, разместить, одеть, прокормить и обеспечить вооружением. Поэтому не нужно думать, что сейчас вот прям там в августе или в сентябре
уже всех нас призовут. Нет, этого не будет по объективным причинам. В этом плане, конечно, можно сказать, что я пытаюсь вас успокоить, и это какая-то хорошая новость. Но, откровенно говоря, я сам прекрасно понимаю, что любая новость, связанная с мобилизацией, которая не звучит так: объявлена демобилизация, объявлено прекращение военного положения, ну, просто не существует других, да, новостей. И что война закончилась, да, это единственная хорошая новость, которая может быть в контексте мобилизации военного положения. Но, по меньшей мере, я хочу, ну, вот, хоть как-то успокоить людей, да, в надежде, что, ну, вот, пришло там, может, кому-то благодаря моему видео осознание, что вот прям сегодня всех не призовут. При этом, друзья, хочу вам напомнить, что все-таки в Украине есть закон про мобилизацию, есть 23-я статья закона о мобилизации, и там есть основания для отсрочки. Помните об этом, это законный способ не быть призванным в армию. И, соответственно, ну, нужно об этом помнить, нужно пользоваться этим и нужно собирать соответствующие документы, чтобы в случае вашего призыва у вас уже были документы, подтверждающие право на отсрочку, да, чтобы не оказалось, что у вас вроде бы и право есть, а документов нет, и вас потом будут призывать. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы обеспечить себя соответствующими документами. Ну и, конечно, мне хочется, искренне хочется вам пожелать, чтобы вот эти мои все успокоения, чтобы все мои советы по поводу отсрочки вам в жизни не пригодилось, потому что уже в ближайшее время в Украине наступил бы мир, и мы снова зажили в мирной стране. Чего я вам всем искренне и желаю. Пока-пока.